Просто горевать. Одно время мы не можем просто горевать. Мы пытаемся сохранить ее память. Вы вот тут все говорите, что она любила Витю. Но у нас сейчас происходят ужасные вещи. Все компьютер, телефон, паспорт, гран, все находится у нее. И остальные вещи. Уже вторые сутки кто-то, ну, в кавычках скажу кто-то, пытается завладеть ее сайтами и перевести все деньги. Ну и другие ужасные вещи, то, что пытается. Мы, конечно, все уже заблокировали, но человек пытается ежедневно, постоянно, каждые 15 минут. То есть этот товарищ, то, что включает из себя дурака, то, что он снимает, что он сейчас у него крыша едет, он переживает, человек монотонно работает, чтобы делать ужасные вещи. Я, сука, искренне при всем желании никогда не пойму, как можно такую хуйню морозить своей дочке, которая, блядь, в своих 18 лет обеспечивает себя, живет в другой стране, нахуй дофига всего сделала, миллион подписчиков в Инстаграме собрала. Как можно такую хуйню говорить? Я вот, блядь, искренне не понимаю, как вот, сука, мне прям стыдно, что это мой отец. Мне неприятно, мне стыдно, мне не хочется ничего общего иметь с этим человеком. И самое мерзкое, что было бы классно, если бы это был какой-то левый человек, но когда это, блядь, твой папа, который как бы к тебе, который имеет с тобой какую-то энергетическую связь, и тебе нужно, блядь, выстроить нормальное отношение с человеком, который, блядь, называет все, что ты делаешь, какой-то хуйней, что это, блядь, это как... Когда карантин закончился.